И последняя новость выпуска. Телеканал «Сургут-24» запустил необычную акцию. 1 апреля весь мир отмечает День птиц, и мы предлагаем встретить пернатых новыми кормушками. Участие в конкурсе могут принять все желающие. Мы ждем ваши поделки до 31 марта по адресу: улица 30 лет Победы, дом 27/2, телерадиокомпания «Сургут-Интерновости». Подарок получит каждый участник акции. После мы повесим все кормушки в сквере старожилов. Кстати, эту зеленую зону мы выбрали не случайно. Выяснилось, что там кормушек меньше всего. Всю информацию можно узнать по телефону 221-222.